підприємства займається інтеграцією, а також технічною підтримкою камер системи відеоспостереження. Ви бачите на карті, де місця розташування наших камер. 5 камер панорамного бачення. В этом году полностью оборудованы пожарными системами оповещения 12 школ, 14 оборудованы охранной сигнализацией, видеонаблюдением и турникетами. Благодаря ситуационному центру мы можем видеть в режиме онлайн место расположения наших патрулей, что в свою очередь позволяет своевременно реагировать в случае возникновения нестандартных и конфликтных ситуаций в городе. Взаимодействие с патрульной полицией на благо нашего города и метро. Спасибо. Чем уникален этот проект для всей Украины? Мы по каждому лифту видим не только, можем не только связаться голосом с людьми, мы видим абсолютно всю информацию, которую передает лифт. Мы видим, на каком это, куда он двигается, мы видим открытые двери либо закрытые. У нас есть безопасность в лифте, охрана лифта. Вот. Транспортные средства, которые сейчас двигаются по 21 маршруту, это то, что видит житель. Более того, что самое интересное, житель может ближайшую остановочку выбираем. И вот показано, что через 2 минуты на 21 маршруте то есть человек может прийти конкретно на данную систему, на данную остановку. В случае, если на службу 102 поступает какое-либо сообщение от жителя, которое касается именно коммунальных служб города, сотрудники службы 102 передают нам эту информацию, и мы тут же в онлайн-режиме заносим данную информацию в систему контакт-центр Днепровского городского совета. Эти заявки, тесное взаимодействие происходит на сегодня с помощью WhatsApp. Заявки от службы 102 получаем именно здесь. Контакт-центр, покажите еще, пожалуйста. Статистика на сегодняшний день. Система безопасности по городам Украины включает в себя несколько подсистем. Когда работают прямые государственные функции, когда работают муниципальные функции. Муниципальную функцию сегодня реализовал и представил нам городской голова Днепра. И мы очень довольны этой ситуацией, потому что здесь возникает симбиоз между местным самоуправлением и прямой государственной функцией. Национальная полиция, служба чрезвычайных ситуаций, имеет свои подсистемы реагирования и свои подсистемы наблюдения за ситуацией. Мы к этому добавляем эффективнейшую систему, которая вот сегодня нам была предложена. В ряде случаев необходимо действие совместная служба, как коммунальных, так и прямых государственных форм реагирования. И мы здесь с Борисом Альбертовичем не первый месяц на эту тему обмениваемся и ведем взаимные консультации и будем развивать эту форму. В том числе и за счет того, что мы будем предоставлять большую, мы будем писать большую коммуникацию служб полиции непосредственно с городским головой, чтобы не говорили о всяческих там армиях частных товарища Филатова, а чтобы понимали о ключевой государственной функции – безопасность граждан. Эта система сделала нас на шаг ближе к безопасному городу. Одним из приоритетов городской власти является приоритет – это безопасность наших горожан, наших земляков и, естественно, в этой ситуации мы никаким образом бы не решили эту задачу без тесного взаимодействия с национальной полицией. Соответственно, имея деньги, имея возможности, мы сделали этот прекрасный продукт, который вы можете все сейчас увидеть, протестировать и побывать как бы внутри картинки. И делали мы его не для себя, а делали в первую очередь для государственных служб, в первую очередь для национальной полиции и службы спасения, с которыми мы работаем в тесном взаимодействии и координации. Добрый ранок, прошу сюда. Мы сегодня имеем честь представить вам первый мотивационный пакет для полицейского и спасателя. Это состоявшийся факт, бюджет страны проголосован, соответствующее постановление Кабинета министров принято. Если мы не решим вопрос устойчивого обеспечения жилья для полицейского, бо за цим соціальним пакетом стосовно житла послідують і інші соціальні пакети. І все-таки вам каким-то образом повезло, ви отримали квартиру в собственность. Ти не можеш участвувати в пакеті, якщо служив менше 2 років, або в випадку, якщо держава вже...